Киностудия «Арменфильм». «Тоска». Две серии. Семь. По повести Грачия Кочара «Тоска». Девять. Авторы сценария Рубен Овсепян, Генрик Малян. Одиннадцать. Режиссер Фрунзе Девлатян. Тринадцать. Оператор Гагик Авагян. Четырнадцать. Пятнадцать. Художник Степан Андроникян. 16. Композитор Мартын Вартазарян. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39. В ролях Рафаэль Атуян, Галя Новенс, Ашот Меликджанян, Асми Карташан, Сос Петросян, Микаэл Азарян. 43, 44, 45. Фильм посвящается памяти Генрика Маляна. Проходи, садись. Садись, Прошу вас. Спасибо. Значит, это он и есть? Да. Думаю, допрос начнете вы, товарищ Шершен. Да-да, конечно. Надо добиться выяснения. Может, его направили по заданию. Но это маловероятно. Разрешите мне? Да, пожалуйста. Да? Я этих типов хорошо знаю. Может, дело поручите мне? Пожалуйста. Не подведу. Ну вот. Учтите, это дело под контролем центра. Я должен доложить. Разрешите? Пожалуйста. Вот вы сказали центр. Когда я служил в Астрахани, такой же мужик попался ко мне. Татарин. Да-да, потом расскажете. Прошу. Лучше начнем. Прошу. Товарищ Варшин. Да, товарищ. Я бы хотел, чтобы дело было завершено до моего отъезда в Москву. Зачем? Да, иди. Да. Не переношу половинчатых отчетов. Начальство любит ясность во всем. А номер у вас удобный, товарищ Мельник? Нормально. Как во всех периферийных гостиницах. Эсмелюсь на чивары. А зачем свет зажгли? Готовы. Может, сядем? Прошу вас. Зачем ты с ней, Лао? Я вас не вижу. Чем ты с ней? Не вижу, сынок. Церкирет тох. Руки опусти. Урамандуэс. Значит, ты и есть.
Аракел Элоян. Да, родной. Значит, я и есть Аракел Элоян. Я прошу вас, отпустите домой мою старуху и деток. Я преступник. Они-то при чем? Много хлопот я вам доставил. Уж извините. Пожалуйста. И все. И вот еще. В союзе писателей собрания. Отправить кого-нибудь? Давай. Очень опасный человек. Быстро в союз писателей. Я дали на экспертизу. Там тщательно проверили. Бороду почему не бреешь? Обед дал. Вернут наши земли? Сниму бороду. Что это такое? Это земля с могилы отца и матери. Из Дитака привез. Хорошо. А что это? Кинжал Мушега. В 15-м году, перед резней, турки отобрали у нас все оружие. А кинжал этот мы с Мушегом спрятали в пещере имени Мушега. А где теперь этот Мушег? Да в деревне нашей, под стенкой сидит. Что это за человек, где-то Ракел? Деревенский я от земли, а что еще? Дашнаком был? Этот цвет мне глаза застыли, родной. Ладно, ладно. Я спрашиваю, ты в партии дашнаков или гнчаков был? Нет, родной, не был. Гнчаком был мой племянник, Манук. Где он сейчас? Его фамилия, адрес? Когда ты видел его в последний раз? Счастливый ты, сынок. А где его взять-то? Его разве не поймали во время боя на горе Нпат? Султан разве не повесил его в разрувне? Когда это было? 25-30 лет назад. Еще и песня есть. Какая песня? Да об этом случае. Слова знаешь? Знаю, как не знать. Ну-ка скажи. Ирки? Спеть? Ирки. Спой. Боже мой, неужели запоет? Я же говорил, товарищ Мельников. Хазар инарур, чёрсти в лараца. 1904 год закончился, 4-й год закончился. Группа гнчаковцев границу перешла и выступила против Джалала Ашерата. Ладно, ладно, хватит. Ты только слова говори. Одними словами не получится, сынок. Это песня. Слушай, старик, ты чего дураком прикидываешься? Ведите себя прилично. Да он играет перед нами, товарищ Шаварчан. Видел я таких. Скажи мне честно, почему приказу ты перешел границу? Националистов разного толка. Очень многих мы уничтожили в 20-х годах. По своей воле пошел. По своей и вернулся. Thank you.
Не плачь, не плачь, ягненок мой. Чего ты плачешь? Умереть мне за тебя. А где отец? Бабушка где? Почему дверь опечатана? Отец, беда. Убили, всех убили. Осталась я с детьми. Люди, Аракел вернулся. Опять эти головорезы появились. Будьте вы прокляты. Левей, левей бери. Дом надо окружить. Нет, может убежать. У него может быть оружие. Осторожнее. Отпусти ребенка. Почему? Отпусти, я сказал. Почему я его должен отпустить? Успокой ребенка. Успокой ребенка. Зубки у него режутся, отец. Успокой, говорю. Ну, идем. Куда? Иди, узнаешь. Куда вы меня ведете? Хватит, замолчи. Убирайся, щенок. Пропал человек, и семья вместе с ним. Вернись. Уводи его домой. Расходитесь. Что стоите? Не видите, люди делом заняты. Сколько тебе лет, дед Аракел? Во время войны Тергукасова мне лет 13-14 было. Так, значит, сейчас тебе примерно 65-66 лет. Да, 65-66 лет, родной. Надо взять быка за рога. Разве это бык? Это, по-моему, очень милый баран. Хорошо, а чем ты занимался там у себя на родине? Полевой сторож я. А когда надо было, брал ружье и уходил в горы. Значит, ты гайдуком был? Нет, родной. Я женатый был. Еще помню, как у сына моего, Арама, зубки резались. А вот когда меня забирали, уже у моего внука зубки резались. Нет, я не был гайдуком. Гайдук смертью обречен. Что, мол, гайдуки не имеют права жениться, что они венчаются саваном и всякую ерунду. Освободите моих родных, сынок. Они всей душой преданы советской власти и конституции. Если б старуха Седин своих не постыдилась, тоже в комсомол бы пошла. Он теперь говорит, что, мол, и жена его комсомолка. Тот рыженький уснул. Сынок, накрой его чем-нибудь. Аракел Лоян!
Да, родной, говори. Я прошу точно отвечать на мои вопросы. Если хочешь выйти отсюда, если тебе дорого будущее сыновей твоих и внуков. Если я совру хоть слово, да постигнет меня Божья кара. Значит, договорились? Значит, договорились. Итак, говори, кто тебя отправил в Турцию? Из твоего ответа будет понятно, правду ты говоришь или нет. Кто тебя отправил в Турцию? Кто тебя отправил в Турцию? Повторяю, сначала аплодисменты, потом все кричат: «Слава товарищу Сталину! Ура!» Тащите к стене. К стене. Так, хорошо. Еще чуть-чуть назад. А, черт, чуть голову не разбили. Пирамида должна быть в центре, под солнцем. Оркестр, слушай мою команду. Раз, два. Отходите, отходите в сторону. Оркестр сюда. Пирамида хлопает. Поднимите повыше. Сейчас померяем. Ниже. Хорошо. Не разит никак, уже 9 месяцев прошло. Масло в живот наложь. Как раз в человеческий рост. Василь, подрежь ноги. Кому? Ему. Обе ровно. Мушек, что это за свадьба? За столько лет ты не понял, что за свадьба. Очень, очень хорошо. Молодец, сынок. Умереть мне за тебя. Санан, ты тоже в комсомол записалась? Чтоб ты пропал. Что ты понимаешь в этой жизни? Бедный Аракел, все люди над тобой потешаются. А ты решил надо мной посмеяться? Ладно, ладно. Мама, зачем ты это натянул? Радость моя. Садись. Держите, чтоб не упал. А ну-ка встань. Вставай, вставай. И чего этот пес вынюхивает? Кто это? Наш великий вождь, товарищ Сталин. А чего ж ты уселась? Чего ж ты уселась? Что ты кричишь, енот? Она же беременная. Ребенок за икой родится. Знаешь, что сделала эта шлюха? Что? Села. Ну и что? Все запомнили свои лозунги. Кто начнет? Секретарь ячейки, товарищ Енок. А товарищ Арам обобщит.
Что случилось, Сурик? Я говорил, надо на Файтоне ехать. Нет, чтобы хоть копейку выделить на починку карбюратора. А не Файтон, Файтон. Ну, езжайте на Файтоне. Что ты болтаешь? Мы должны на машине в село въехать. Въезжайте, въезжайте. Машина застряла, дядя Генок. Пирамиду разрушили. Бегом к реке. Быстро, к машине. Мушек, кого они ждут? Арама. Он привезет селу новое имя. Разве у нашего села нет имени? Что с тобой говорить? Ты, жена, даже енока перещеголяла. Лучшие трактора мира наши, Советского Союза. Лучшие спортсмены мира у нас в Советском Союзе. Самая мощная техника в мире у Советского Союза. Толкайте, ребята, толкайте. Лучшие толкачи мира у нас в Советском Союзе. Поднажмите, ребята. Хотите, споем, легче будет. Спускайтесь к нам, вместе споем. Лучшие текстильщики мира у нас в Советском Союзе. Лучшие велосипедисты мира у нас в Советском Союзе. Так сказал наш великий вождь. Да здравствует товарищ Сталин. Ура, товарищи! Да здравствует мировая революция! Да здравствует социалистическая деревня! Да здравствует товарищ Микоян или товарищ Ворошилов! Да здравствует наш великий вождь, отец и учитель советского народа! Да здравствует трудящийся обновленной деревни! Через полчаса машина к параду должна быть готова. Как не будет? Почему не будет? Начальников много, а я один. Надоело. Так, мы с тобой потом поговорим. Убери осла отсюда. Тебе говорят. Убирай. Совсем совесть потеряли. Притащил осла на площадь. Чтоб я не видел здесь этого осла. Ты сидишь в Москве. Сталин Джан. Сталин Джан. Умело руководишь страной. Сталин Джан, Сталин Джан. Товарищи, с сегодняшнего дня наш колхоз будет называться именем Сталинской Конституции. Умереть мне за моего сыночка. Товарищи, мы должны быть достойны имени самой честной, самой человечной конституции. И докажем это ударным трудом. Ох, товарищ Сталин, чтоб ты свалился со своего трона за то, что кинул наши земли в пасть туркам. Кто это сказал? Что ты сказал? Отец, разве можно такое говорить о нашем вожде при народе? Так может сказать только враг, понимаешь? Ты хочешь, чтобы нас всех завтра-послезавтра объявили врагами? Ты этого хочешь? Твои слова уже до Москвы долетели. Кто тебя просил язык распускать? Вся деревня гордится твоими сыновьями. А ты хочешь их в тюрьму запрятать? Я человек неграмотный. Простите меня. Клянусь, сынок, я не враг, я не чужой человек. Это сердце мое говорило. Я благодарен нашей советской власти. А если наступит день, и нам вернут наши земли, я тоже запишусь в большевики. Пошли, сынок, пошли. Ты враг своим сыновьям, старик. Люди правду говорят, что ты спятил. Возьми лаваш. Дедушка, я тоже хочу деревянную ложку. Да, родной, вставай. Идем отсюда. А то опять собрание начнется. Мы еще и виноваты.
Этот коротышка-енок, небось, везде уже раззвонил. Он тоже слышал? Конечно. Ну вот и он, коротышка-енок. Я слышал, слышал. С сегодняшнего дня будешь называть меня дядя, енок, понял? Где ваш сумасшедший отец? Придержи язык. Санам, налей тарелку супа. И вино неси. Я пришел в ваш дом как друг, чтобы избавить вас от большой беды. Спасибо тебе за дружбу, енок. Но о какой беде ты говоришь? От турок, слава богу, избавились, переселились, на советской земле живем. Я каждый день молюсь за здоровье товарища Сталина и его конституцию. Хитрая старуха. И я не ребенок. Ваше спасение, если вы отца отправите в сумасшедший дом, ты знай меру, енок. Хорошо говоришь. Только ты это отцу скажи. Он несчастье несет на вашу голову. Беда случилась. Понятно? Молчи, сынок, молчи. Слушай, енок. Я слушаю. Нам не нужна твоя дружба. Если в тебе осталось хоть капля человеческого, встань и уходи из нашего дома. Ну что ж. Очень хорошо. Бог свидетель. Я к вам пришел как друг. Но ухожу как враг. У человека должен быть ум. А если нет, где взять? Тысячу раз тебе говорил, Аракел, каждый человек должен умом жить, и народ поумнеет. Слова от сердца шли, вот и сказал. Сейчас век ума, а не сердца. Спрячь свое сердце в кувшин и зарой в землю. Не играй с лягушками, сынок. Бородавки будут. Народ должен поумнеть, чтобы силы набраться. А сила нужна народу, чтобы стать хозяином своих земель. Тебе никто землю не даст. Ни Сталин, ни турок. Да будут благословенны воды, что стремясь бегут с реки Бенгел, омывая горы, ущелья, целуя родные земли, спешат утолить нашу тоску. Скажи, мушек, цветок этот тоже умом растет? Почему ты в этом году зачах, родной? Потерпи, сжалится небо и прольется дождем. Вот и читай волку Евангелие. Ночью опять снег прошел. Куда ты все глаза пялишь, Аракел? Ослепнуть бы тебе и не видеть всего этого. Чего зря глаза портишь? Чтобы у тебя язык отсох, мушек.
Помоги нам, Господи. С тобой, старик. Приснилось что? Я на наших землях побывал. Все поля опустошены, вытоптаны. Я так обозлился. Черный сон на твою голову. Так и помрешь со словами нашей земли. Не дадут сон досмотреть. Господи, Боже мой. Аракен, что тебя мучает? Сердце болит, Санам. А ты? Пойди в поле. Погуляй немного. Успокой душу.
Хочешь, я пойду с тобой? Сынок, что они говорят об освобождении моей семьи? Их не освободят, пока ты не признаешься, кто тебя отправил в Турцию. Почему меня кто-то должен был отправлять в Турцию? Не понимаю я этих людей. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, говори. Что говорит, сынок? Душа горела. Каждую ночь я видел родную землю. Умереть мне, если вру. Истосковался я. У меня и в мыслях не было покинуть дом, семью и навсегда уйти на ту сторону. Земля хоть и наша, но она в лапах зверя. Ничего не пропускай. Села наши порушили, храмы осквернили, дороги мхом и колючками заросли. Незахороненные кости армян под солнцем разбросаны. Что мне там делать? А зачем пошел? Была лунная ночь. Массис сверкал перед глазами. Горы подошли близко-близко. Слышно было журчание Араза и пение цикад. Сел я на холмик, смотрел на воду. Бог знает, сколько прошло времени. Луна глядела на меня и улыбалась. И вдруг, вы не поверите, я знаю, вы неверующие, но свидетели, небо и земля, хлеб и вино, все живое. Вчерашний и сегодняшний день, кровь предков и рождение ребенка. Вдруг с неба раздался голос. Вставай, Аракел, иди на свою землю. Я весь затрясся. Руки, ноги отнялись. Сердце упало от страха. И голос повторил. Не бойся, Аракел. Иди, где сливаются Арас и Арпачай. Есть мелководье. Там и переходи. Не задерживайся. Ночь короткая, а дорога длинная.
Sen nerede kaldın? Gel kardeşim, gel. Geliyorum, geliyorum. Vallahi billahi bu karanlıkta yalnız şeytan bir şey görebilir. Vallahi billahi. Diyorum ki komutanlarımızın beyni olsa her gece bize birer kadın verirler. Чтобы вас проказа взяла. Хозяйничайте на нашей земле вашу веру. И canım, kadın onlara kalsın. Bize birer eşek versin. Onun tadı biliyor musun? Kana çifte savunmasak da elbette biliyor. Ты что, издеваешься? Блаженный толкователь снов. Хватит дурака валять. Я тебе в отцы гожусь, а ты меня дураком называешь? Потому что ты все врешь. С тобой по-хорошему нельзя. Нам время дорого. Говори, как было, говори. Говори, не то я тебя. А ну, сядь. И без фокусов. Рассказывай, пока шкуру с тебя не содрал, сукин сын. Смотри у меня. Зачем они свет зажигают? Ты будешь говорить? Сколько можно повторять? Я пошел, посмотрел на свою землю. Поцеловал могилы отца и матери. Обмыл глаза водой из реки Мурат. Взглянул на развалины своего дома. Поплакал волю, утолил тоску и вернулся. А теперь хотите, убивайте. Хотите, живьем хороните. Я не боюсь. И больше ничего не скажу. Шкуру с меня хотите содрать. Она старая, турецкими пулями продырявлена. И никому не нужна. Больше я ничего не скажу. Так. Значит, отказываешься давать показания, бандит. Контрреволюционная собака. Отказываешься? Да, отказываюсь. Молодец. Что еще умеешь? Заткнись. Осла спросили, что ты хорошего можешь сделать. Он задрал ногу и пернул. Ты армянин или турок? Заткнись, говорю, не то... Не то ударишь, да? Молчать. Да у тебя сил не хватит меня ударить. Я тебя, как паршивого птенца, зажму в кулак и раздавлю. К стене! К стене! Рука! Нога! Говори, английский шпион! Говори! Поставь сюда! Нога! Нога! Втроем на одного! Стоять! Будешь давать показания? Щенки несчастные. Отвечай, будешь, мать твою. Артист нашелся. Смотри, доиграешься. Стоять. Отвечай, а то язык вырву. Молчишь? Приготовьте инструменты.
Куда же ты ушел, Аракел? Ну что вы здесь собрались? Расходитесь по домам. Дом мой разрушился, очаг погас, Аракел. Дел у вас что ли нет? Умереть мне за твою измученную душу, Аракел. Может, он к дочке пошел? Не вознесся же он? Может, утонул? Где, а какой камень ты разбил свою головушку? Люди, Господь покарал нас гневом своим. Мама, перестань. Пойдем в дом. Как же мне теперь жить без тебя, Аракел? Ах, Аракел, обвалилась крыша над моей несчастной головой. Что с тобой случилось, Аракел? Я ему ночью говорю: Аракел, пойди в поле. Онеметь бы мне, отсох бы мой язык. Я сказала: пойди погуляй немножко. Развейся. Хочешь, я с тобой пойду? Нет, говорит. И зачем только я послушала его? Лучше бы нам обоим умереть. Полночь смотрю, нету. Перед рассветом нету. Нет и нет. Аракела нет. Осиротела мой дом, Мушек-джан. Угас очаг нашей семьи. Мать, довольна, перестань причитать. Мало ли куда человек пошел. Может, спит где-нибудь под кустом. Нет, нигде нет. В Шамбуте был? Был, нет его там. Скачи к песчаному карьеру. Был такой же случай в 1842 году. Вот так же Хачатур Абавян вышел из дома и не вернулся. Одни говорят, турки убили, другие утопился. Кто знает, а человека нет. Твоя роги! Хватит, довольно причитать. Живого человека хоронишь. Арам, Тигран скачет. Ну что? С пограничниками дошли до Багарана. Никаких следов. Больше негде искать. Что он говорит? Нашел, нашел. А ну-ка, стой. Стой. Где ты их нашел? На берегу Араза. Поняли, что придумал? Сделал вид, будто утонул, а сам перешел границу. Где ты их нашел? У реки на камне. Коротышка говорит, что дедушка утонул. Чтоб твой язык онемел. Воды, воды. Твой отец предал советскую страну. Почему он предал? С чего ты взял? А зачем он перешел границу? Ты, член партии, держал в своем доме врага. Твой отец был врагом советской власти. Совесть тебе позволит остаться в наших рядах? Как ты можешь руководить сельсоветом? Я к вам обращаюсь, товарищи из райкома. Можно ли ему доверить руководящую должность? Народ, я обращаюсь к вам. С какой совестью он будет руководить сельсоветом? Мой отец не враг. Мой отец простой бедный крестьянин. Бедный? Да, бедный. Бедный, неграмотный человек. Он не переходил границу. Его Арас унес. А почему он бросился в Арас? У тебя один выход. Отречься от отца. Да, положение у Арама. Что?
Не так просто от отца отказаться. Интересно, откажется? Нет. Молодец, парень. Кто же теперь будет вместо Рама? Конечно, этот коротышка Енок. Кто же еще? Добился своего. Недаром говорили. Коротышке высокий стол нужен. Смотри, не подведи. Да я... Будь бдителен. Поздравляю, желаю успеха. Спасибо за доверие. Значит, в понедельник в 10 утра в райкоме. Чья кепка? Прекратите, сукины дети. Распустились. В этом селе будет когда-нибудь порядок? От рук отбились. И взрослые, и дети. Корен, начинай. Тихо. Сидите все. Агис на стык. Тоже недалеко ушли от уровня понимания дворовой девчонки Пелаги. Волера. Все. Волера так и дали. Лопают все. Дело после культурного стрелы не играет. Взять, например, Киргизскую республику, которая становится союзной. Ну, скажи что-нибудь, сынок. Да что говорить? Они требуют, чтобы я отрекся от отца. А как можно от отца отказаться? Ну, ты откажись, сынок, откажись. Разве это не отец? Трудно иметь двух отцов. Оба следуйте за нами без шума. Поторопитесь, у нас нет времени. Быстро. Решается вопрос о переводе или не переводе автономных республик разряд возраста союза. Какие-то такие были. Я, например, татарскую или башкирскую автономную республику. Допустим, что их перевели в разряд союза республики. Могут ли они поставить логический, фактический вопрос о праве своего выхода из состава СССР. А Союзную Республику можно сказать только такую республику, которая имеет возможность, объективную возможность, логически поставить вопрос о праве его выхода. И о выходе из СССР. Нет, не могут. Потому что и та, и другая республика со всех сторон окружены территорией СССР. Им, собственно, некуда выходить из СССР. Некуда.
Я вашу душу. Только бы Бог дал добраться до пещеры Мушега. Thank you.
она, вон она, она убита. Куда же они подевались, эти проклятые турки? Вон, смотри, один из них. Окружай. Кто ты? Парама Беже. Что делаешь в этих горах? Иду в свою деревню. А из какой ты деревни? Из Дитака, то есть Дутаха. Откуда? Из Дутаха. Дитакин. Из Дитаком. Дитахе да кучке но налита тонена. В Дутахе даже собаки нет, похожей на тебя. Бевенави. Бевен бензонарики бокужин. Джендеки бене кучека брабухон. К стенке его расстрелять. А тело бросьте зверям. Байдеринен! А ну, ведите его сюда. Ла беже ты кей, ванча чедыки. Не занят тайж бы парехе, маржи лаваньера найнахану. Здесь и змея не проползет незаметно. Сколько тебе заплатили турки, чтобы ты собрал сведения о нас? Отвечай быстро, кто ты и откуда. И почему Дутах ты называл Дитаком? Так село называли армяне. Я армянин. Армянин. Из Армении. Пришел к родной земле поклониться. Проверьте, он обрезанный. Подойди. Yeah.
Zuzur. Zubatran, bana biri. Rite, Rochana, Rira. Hey, hey, come on, hey, hey. Иди к шейху. Опу! Опу! Дядя! Иди сюда. Подойди. Опу! То вымер виностки? Дядя, ты знаешь этого человека? Брендвенера. Посмотри хорошенько. Может, узнаешь. Я это, Мариф, я. Твои глаза не обманули тебя. Аракел. Это ты? Каким чудом тебя занесло в наши края? Ведь вы тогда убежали и перешли Аракс. Я видел своими глазами. Сынок, это Аракел из Дутаха. Не бойся, Аракел. Ты у друзей. Асо! Асо! Перо! Место! Чола зукен! Балазинен! Балазинен! Пешан Багрен! Девушка говорит, что аскеры появились. Я их. Теперь вы с ними воюете. Наша война длится с давних пор. Пойдем. Нам есть о чем поговорить. Ты говоришь, видел, как мы переходили Аракс, как спустились в ущелье. Вы стреляли в нас. Как я могу принять твое гостеприимство? Я не стрелял. Наши стреляли. Я в твоем доме хлеб-соль ел. Аракел, родной, я не прошу тебя забывать прошлое. Забудешь прошлое, уподобишься скотине. Сколько воды утекло с тех пор. Многие из наших теперь бьют себя по голове. Сейчас нет ни одного курда, который бы не воевал против турок. Если бы мы в свое время объединились, то ни вы, ни мы сегодня не дожили бы до такого дня. Поверь мне, Аракел. Ешь, Аракел, ешь. Иди, иди, дочка. Мариф, это не моя девушка. Армянка? Острый у тебя глаз, Аракел.
Шесть лет было этой дикой козочке, когда я нашел ее в горах. Привел и сказал жене: вырасти ее, это подарок судьбы. Она мне все руки искусала дорогой, пока дошли. Постепенно привыкла, привязалась к жене, стала курдянкой. А потом я заметил, временами она куда-то исчезала. Брала еду и уходила. Я решил ее выследить. С этого дня я очень зауважал ваш народ. Какая вера в вас, Аракел. А знаешь, кому эта кроха носила еду? Священнику из вашей деревни. Наверное, он не успел убежать. Что смог спасти, вынес из церкви и поселился в пещере. Где он нашел эту немую, не знаю. Больше 10 лет она бегает к нему. И тайну эту знаю только я. Сколько раз я ходил туда взглянуть на отшельника. Он день и ночь молится и пишет. А что пишет, Бог знает. Наверное, все, что пережил. Наверное, историю вашего народа. Ты ешь, Аракил, ешь. Мариф, тоска меня душит. Я бы хотел пойти в Дитак, посмотреть на нашу деревню, на свой дом. Отведем тебя. Аракил, ты ешь. Вот и твой дутах, Харакел. Иди, утоли свою тоску. А мы тебя здесь подождем. Я тебя понимаю, Харакел. Эх, родина, родина. Тоска по родине может завести человека даже в логово врага. Иди, дочка, иди.
Я ведь здесь венчался с Санам. Откуда эта проклятая крапива поналезла? Yeah.
берели годакика. Мертвечиной пахнет. Прости меня, мужик. Пошел. Что? Нечестно, тазу мирмасин, а? Что ты думаешь о нас, Элоян? Так что ты о нас думаешь? Что мне думать, начальник? Разве я имею право думать? Я человек не ученый. Меня все время били и будут бить. Вам не понять мой поступок. Обидь это бесчеловечно. Я позвал тебя, чтобы попросить прощения, Элоян. Бог простит. Ты больше не увидишь старшего следователя Саркисова. Все, о чем я просил, ты расскажешь новому следователю. Хорошо? Дядя Аракел, говорят, что ты там встречался с какими-то англичанами и обещал служить им. Пусть говорят, их право. Наверху Бог, а внизу вы. Я тебя понимаю, Элоян, и даже верю, но этого мало. Пойми, я должен иметь возможность доказать твою невиновность. Но никто, кроме тебя, не может мне помочь. Когда человек не чувствует боли, он мертв. Я не чувствую боли, значит, я умер. От меня мертвечиной пахнет. Как мне с вами жить? Слушаю. Товарищ Мельников, вас из центра. Болот Азатык. Да. Все свободны. Да-да. Как? Плохо слышно. Да, Анатолий Сергеевич, конечно. Да. Какой баран? Но ведь... Да-да. Понятно. Слушаюсь. Так точно. Не понимаю. Ничего не понимаю. Этого вашего Аракела тоже не понимаю. Но считать его английским разведчиком... Кстати, Шаваршан, где вы научились говорить по-английски? В приюте Амиркома, а что? От приюта остался только один английский язык и одна армянская молитва.
За обедом мы часто повторяли, что ракалин кезниц арарича ствац, вот что выселиться в отсутствие. Вот так мы говорили. Спасибо тебе, Бог всемилостливейший, что не оставил нас голодными и дал нам кусочек хлеба. Да нет, ерунда какая-то получается. Ну и сволочь. Этот ваш Саркисов. Решил-таки взять быка за рога. Товарищ Варшан, что это за новости? Почему вы забрали у меня дело этого Элояна? Подумаешь, врезал два раза по морде перебежчику-диверсанту. Скажите, пожалуйста. В 18-м году мне тоже приводили одного татарина, и он сказки рассказывал. Но у меня не очень. Слышали мы эту историю? Ты хоть бы зубы изредка чистил. Ну что ж, очень хорошо. Я сообщу, куда следует свое особое мнение. Делай, что хочешь. Ты уже 15 дней назад сообщил свое особое мнение. И снова доложу. Погоди, не торопись, Аракел. Вот что, если бы ты остался, я бы не стал говорить, но ты уходишь. И я не хочу скрывать. Ваше правительство просило Турцию схватить тебя и отправить обратно. Знай это. А теперь хочешь, оставайся с нами. Ни один волосок не упадет с твоей головы, пока мы живы. Нет? Возвращайся к детям. Но знай, вести точны. Что мне сказать, бессловесное дитя мое? Как объяснить свою боль? Прости, доченька, что я не могу помочь тебе. Выходи.
Аракель бидза. Дядя Аракел, мы с тобой здесь одни. Скажи, зачем ты пошел в Турцию? Зачем? Я стосковался по родине. Разве из-за тоски уходят? Уходят. А почему же другие не идут? А ты пошел? У меня сердце слабое, а у них покрепче. А зачем вернулся? Мой народ здесь. Моя семья здесь. И Армения теперь тоже здесь. Сынок, куда ты меня отправишь? Сибирь. В Сибирь? Сейчас покажешь место, где переходил границу. Конечно, сынок. Если твоя Армения здесь, что тебе там понадобилось? А ты спросил моего сердца. Человек должен умом жить или сердцем? Я человек темный. Сердце мое ни слов, ни советов не понимает. Если затосковало, с ума сходит. А как сошло с ума, не признает ни границ, ни законов. Да, помутнела вода, Аракса. Видно, град прошел на нашей земле. А в тот день вода прозрачная была. Вот здесь прямо и перешел. Прости великодушно, родной. Откуда ты родом? Да, тоска — это огонь, жажда. Эту тоску надо забыть, дядя Ракел. Нет, не забудется. Здесь мы должны строить новую жизнь, наш социализм. Стоит ли вспоминать прошлое, ахать да охать из-за старых земель? А, дядя Ракел? Что сказать? Думаешь, я не хочу, чтобы армяне и турки не враждовали? Чтобы не трудились вместе, отдыхали бы вместе. Турок не убивал бы армянина, армянин не мстил бы ему. И не было бы ненависти, а была бы любовь. И там, на покинутой нашей земле, у озера Ван, в Мужской и Алашкерской долине построили бы социализм. И воцарился бы на земле мир и покой. Неужели эти земли не подходят для социализма? Не с места, сукин сын. Попались? Не двигаться. Взять его. Ну что, не удалось сбежать, товарищ Шаварчан? Вот тебе и ордер, читай.
Спокойно. Сдать оружие. Держи. Давай. Держи. Пошли. Чего стоишь? Ну что, сукин сын, и теперь будешь сказки рассказывать? Признавайся, ты по его приказу перешел границу. Боясь разоблачения, вы решили сбежать вместе. Грязная скотина. Признался? Нет. Продолжайте. Иди. Иди. Не подписываешь. Неграмотным прикидываешься. Будь проклято молоко вашей матери. Он еще и голос подает. Кого вы бьете? Ну что? Говорит, что он неграмотный. Всего 6 букв не можешь написать. Я сейчас его научу. Кладите. Я твою вшивую голову хочу спасти, а ты плюешь мне в лицо? Дай-ка сюда протокол. Подпишешь или нет? Тебя спрашиваю, сукин сын. Нет. Нет. Продолжайте. Подпишешь или нет? Подпишешь? Вспомнил буквы. Теперь подпишешь? Что вы делаете, безбожники? Крепкие кости у старика. Сознание потерял. Приведите в чувство. Принеси воды. Смотрите, чтоб не сдох. Он должен подписать протокол. Я в кабинете. Голова трещит. Чего это? Ты всю ночь пили с этим русским. Мельниковым? Да. Меня чего не взяли? Мы искали тебя. Сказали, что ты шаваршана обрабатываешь. Дай огня. Казбек курите. Сегодня моя очередь поить его. Придешь?
Так, хорошо? Хорошо? Ухта, туристы. Дай бумагу. А, Бидзе, ну что, старик, подпишешь или нет? Тебе говорят. Вспотел я, весь взмок. Вам не жалко себя. Таким ремеслом на хлеб зарабатываете. Того начальника вашего жалко. Небось, дети есть у него. Кончай болтать. Отвечай. Будешь подписывать или нет? Нет. Совесть у тебя есть? Мало тебя били? Принеси ручку и чернила. Пусть пеняет на себя. Продолжайте. Безбожники, что вы делаете? За что? От таких побоев любая собака бы сдохла. Как он выдерживает? Подпишешь или нет? Слушай, старик, я тебя спасти хочу. Ты же говорил, сыновья, внуки. Сдохнешь, и никто не узнает, где ты. Подписывай, тебе говорят. Ты будешь подписывать или нет? Молодец.
Неси, чего стоишь? Поднимите его. Держи. Держи за спину. Вот еще божье наказание. Ну все, наконец-то. Решением чрезвычайной комиссии бывший сотрудник Госполитотдела Народного комиссариата внутренних дел АРМ-СССР Арташес Аванесович Шаварчян, враг народа, агент английской разведки, приговаривается к высшей мере наказания расстрелу. Огонь! Отец, подвинься немного. Скажи, браток, что там видно? Те же леса, тот же снег и кругом ни души. Куда нас завезли? Кто знает. Thank you.
Наверное, ты прав.